маятников поймаю, клянусь, поймаю. Понять бы еще зачем тебе? Да не знаю, просто так для поднятия настроения. О нет, это же лев. Да какой да там сам лев? Глянь, кто это? Да говорю же, это не лев, это птица маха. А с виду лев. Вот, сейчас разберемся. А ну-ка, что это тут нам подкинули? А, это лев, спасайся, кто может. Эй, куда ты, Тимон? Стой, это же львенок маленький. Он же вырос. Давай, оставим себе, давай. Я клянусь, я его буду выгуливать. Если он насвинячит, я приберу. Это ты насвинячишь, он тебя сожрет, а из меня зубочистку сделает. Однажды, если все сделать правильно, то он станет нашим другом. Понял, надо с ним подружиться. Молчи и слушай. Общество свирепого льва не такая уж и плохая идея. Мы его оставим, оставим, оставим. Естественно, оставим. Ура, ура! Напомни, кто у нас мозг операции? Наш лев по кличке Фред.